Подорога второй, одной второй. Ты от меня на борт уплываешь. Ух! Вода, представьте, на бескловке, теплая, таежная вода. А, ну, есть. Да, вытаскивай. Или, значит, там...
Готово. Уже пляж есть. Хороший. Не захотел сниматься.
пока пройдешь, и комаров будешь меньше. Какие дачи. Красотища, да и только. Что-то верхушечка у него засохла. Ой, блин, это Катя, назад! Валик, я пошла побеждать! Это кто? Сим, как ты смеешь обзываться? Начал отвечать на сына, все. Мама, не его зовут, и сказал на пирог. Ой, Сим! Вот моллюски такие тут у нас сибирские. Ну, 3-5 минут отварил ее. Она раскроется. Посолил, раскрыл. И чайной ложечкой скушал. Вот такая штука. Вот видите, раскрытая. И вот такая. Вон, видите, сколько. Он... Я это в Черном море делаю. Назад!
Я тебе передаю тебе. Бабай. Валя, стой. Вон тут куча. Цветочки вон заснят желтые. Еще одну, о, еще одну. О, покупались. И французская пища, французский деликатес, миди. О, круто. Вот кувшинка тоже. Вот она. Тут рай вообще, вода. Парное молоко. Ну, хорошо. Вот там еще один пляж есть. Тут приходится идти пешком. Ворота как закрыты. Дальше кооператив. Сейчас приблизим. И вот там он купается тоже. Вот такая вот штука. Еще один пляж. Вообще рай. И зачем нам? Зачем нам? Зачем нам? Еще одну, вот еще одна. О, уже на 3 дня хватит на праздничные деликатесы. Подождите, я тоже хочу. Давай. Они не туда перебыли. Сзади. Давай мы тебе поможем. Сзади смотри. А там еще может вниз жемчужина встретиться. Дно песчаное, видите, выходим. Вода. Вода. Боится девчонка. О, еще один против. А я уже знаю. Будем кушать. Чем не Черное море. Пойдем. Я тебя не буду. Дай молоко. Я тебя не буду. А ты? Я тебя сильный. Не буду. Ну, Катя, ну ныряй уже и пошли. Нет, не глубоко. Да, не глубоко. Ты туда прыгала всегда. Давай, прыгай, пошли. Yeah.
Дівчинка, іду. Ну, а куда брызгаешь? Приди тут все. Давай, старайся, давай, давай, давай. А ты за старые? Тёма. Где вот эти определяющие? Где? Погрейте. Я вот успокойся, он говорил до последнего. Сказала же, что попозже. Это миги. Их можно кушать даже. Можно? Спасибо. Я потрогала уже. Хотел еще раз. Прикольно. Вот пупшинки. Они открывают. Их надо варить 3-5 минут, отвариваешь, они раскрываются. Потом солишь и кушаешь. Ок. Фу, Милана, иди сюда. Какая гигантская. Oh.
Вот как сабельник по осени собираем вот эти корневища. Дальше идет корень. Вот эти. Вот у них накапливаются весной, можно ранней и по осени. А вот так цветет сабельник. Вот видим, вот такие у него листочки. Русский женьшень. Очень полезная трава. Помогает от суставной боли. И вообще от многих болезней. Ну, вот он, какой вид у него. Артём, Артём! Что ты не разбегаешь? Ты боишься? Тёма, иди сюда. Реснички упали. Реснички упали. Тёма. Артём, иди сюда. А что ты там стоишь-то? Там около леса комарики, мошка будут кусать. И так он уже весь лоб искусали. Рыбалась и держись, я снимаю. Артём! Артём, иди сюда. Маринка, выйди в полотенце, погрейся. А потом вместе пойдем, я тебе полотенце накрою. Не хочу, когда вы закупите.
Подожди. Серёга, сядь, смотри! Иди посиди маленько, вот, как живи. Ну, я по... Вот, сеточку даже поставили. Молодцы такие.